Ну вот, как-то вот так вот выглядит процесс съемки нового видео. И, собственно, вот так вот выглядит моя, скажем так, микростудия-стол. Видео о вот этом вот мультиметре. Ну, надеюсь, на этот раз уже все получится, а то я переснимаю, не знаю, наверное, раз третий или четвертый. Постоянно одна и та же проблема, слишком большая длительность. Наснимаю видео на где-то часов 3, 2, 3 часа. И так как мне это все монтировать, то очень-очень сложно настроиться, смонтировать, пересмотреть. Это же нужно эти 2 часа пересмотреть раза 2, чтобы примерно понять, каким должен быть конечный ролик. Вот такой вот у меня фотик. Фотик разрядился в ноль. Ну, там что-то около на 40 минут записи видео Full HD 6 FPS. Заряжается он у меня от пауэрбанка, потому что лень тянуть оттуда провод. В общем, не хочу ничего трогать, пусть будет так, как есть. Вот такой вот китовый объектив Sony Alpha A7000. Диафрагма 3,5. 5,6. Не хочет фокусироваться. Ну, немного хотя бы похвастаюсь техникой, которую купил. А то, блин, купить купил, а пользоваться не пользуюсь. Вот. Вот. Короче, вот такая вот у меня обстановка сейчас. Весь хлам из стола я убрал на кровать. Ну, ладно, не буду я вам этого показывать. Этот хаос. Ну вот, короче, вот такие вот дела. Вот так вот я вижу ролики. Не так, как вы. Все вот это скрыто за объективом. Вот такой вот хаос. Это мой, кстати, суфлер, или как там правильно, степлер. Здесь статья, и, собственно, я туда поглядываю, и если кое-что упускаю, то доснимаю. А то, как правило, ну, много упускаю. Много из того, что хотел бы сказать, много упускаю. Это еще не законченная статья на майску. Ну, здесь еще есть немного работы, но работы уже и проделано довольно-таки много. Здесь, если мне не изменяет память, больше 3000 слов. Ну, статья подробная. Короче, там home. Нет кнопки home. Вот. Тут, короче, вот такое вот делается. Кстати, планшет. Это планшет с клавиатурой Chewy Hi 10 Pro. Ну, в целом, есть недостатки, но с ними можно смириться. Об этом девайсе тоже, ну, видео я уже отснял, его надо только смонтировать. Специально для обзора этого мультиметра я купил прецизионный источник опорного напряжения. Ну, я эту штуку так называю, не знаю, как правильно. Вот тут такой вот кондюк был в кадре. Замечательный конденсатор, жаль,
Жаль только, что у него емкость, ну, ладно, не буду спойлерить. Видео увидите. Вот такие дела. О, индикатор не горит. Пауэрбанк умный, в принципе. Пауэрбанк разрядился. Короче, надо заряжать пауэрбанки. Вот такой у меня штатив, уже повидавший жизни. Здесь вот такая была еще ручка. Уже нет. Также вот здесь усилил. Ага, индикатор мигает. То есть он уже разряжен, да, все правильно. Здесь усилил, потому что, ну, очень-очень хлипко выглядело. Ну, как бы вот такая вот обстановка. Конечно, расположение стола далеко не самое удачное, потому что от из окна свет идет одной цветовой температуры. Эти лампы дают другой цветовой температуры, и получается, что автоматика постоянно подбирает. Хотя, ну, имея вот такую технику, пора уже учиться работать не в автоматическом режиме, а в ручном. Кстати, вспышка работает. Вот, вы можете видеть ее. Снимаю на телефон. Ну, короче, как-то вот так. Очередные 7 минут ни о чем, но тем не менее просто решил поделиться тем, что сейчас думаю на лайв канал. Вот такие дела. Всем пока.